Если вы думаете, что можно безнаказанно обмануть жителей другого региона и вас не вычислят, вы глубоко ошибаетесь. 25- и 26-летних граждан из Челябинской области, подозреваемых в сбыте фальшивок, саратовские полицейские задержали в ходе служебной командировки. За что задержан? Сбыт фальшивых купюр. Когда, где, при каких обстоятельствах? В Саратове купил телефон. Откуда взял фальшивые? На сайте. Задержанные сознались, что приобрели в интернете поддельные денежные банкноты номиналом 5000 рублей. В дальнейшем они купили на эти купюры телефон с рук. Для этого подозреваемые нашли через сайт бесплатных объявлений подходящую информацию и договорились с продавцом о встрече. Для завершения сделки фигуранты приехали из Челябинска в Саратов, где расплатились за дорогостоящий смартфон потерпевшего 4 фальшивыми 5000 купюрами. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли еще одну фальшивую купюру номиналом 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. У следствия имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в других регионах России. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.